Добро пожаловать в Ionero Talks. Я Анна, со мной Денис. Это наш первый выпуск. Если зайдет формат, продолжим. Ставьте лайки активнее и комментируйте. Анна, ты слышала про Сора от OpenAI? Эта нейросеть создает видео из текста круче голливудских блокбастеров. Реальность больше не нужна. Денис, а ты знаешь, что виртуальная группа The Velvet Sundown набрала 1 000 000 слушателей на Spotify? Самое прикольное, что музыкантов никогда не существовало. Серьезно? А я-то думал, они настоящие. Значит, я фанатил от призраков, которых нарисовал компьютер? Теперь мой музыкальный вкус под вопросом. Хуже того, на Spotify теперь каждую неделю выходят новые альбомы умерших певцов. ИИ буквально поднимает их из кладбищ для творчества. Получается, что покойники работают больше живых артистов? Мертвые не требуют гонораров, отпусков и не устают. Это нечестная конкуренция. А деньги получает какой-то подросток-программист из подвала. Он воскрешает звезд и становится их менеджером. Гениальный бизнес, правда? Скоро профсоюзы мертвых артистов потребуют соблюдения авторских прав. Представляете, суд, истец-призрак, ответчик искусственный интеллект, дипфейк в Голливуде воскрешает актеров в фильмах. Теперь смерть не помеха для киноконтракта. Вечная карьера гарантирована. Денис, а что если мы тоже виртуальные? Может, нас какой-то программист от скуки созвал? Аня, если бы мы были цифровыми, мы были бы симпатичными. Может быть, аудитория искусственная. Они сидят, смотрят на нас, а сами алгоритмы. Итак, Денис, главный вопрос. Нейросети захватят мир? Ну, Ань, если они будут такими же веселыми, как мы, то почему бы и нет? Слушай, а если и зрители тоже искусственные, то это получается симуляция реальности. Анна, это как матрица, только из искусственного интеллекта. Бесконечная вложенность реальности. У вас была операция под наркозом. Может, вам вставили чип? А что, если вы уже наполовину киборги и не знаете об этом? Спорный вопрос, кто что думает. Давайте проверим, кто из вас настоящий, пишите комментарии. Это шоу AI Nero Talks. Увидимся в новой реальности.